девушка торгует цветами. И фонарик неба, вот это твоя мечта. Загадай желание смело и исполнить небеса. Вот они сейчас поедут. Сейчас как рванет. Боже. Там действительно адреналинчик. Знаешь, волнивость. Я такого бы не хотела. Вон прогулочный катер идет. Он идет до Мисхора, до Лурки. Полежишь еще, да? Давай, полежи тогда. Сейчас мы скоро уже придем. Давай. Кому апельсины, кому витамины? И мне ей. Что такое мохито, Галя? Алкогольный взлопотребитель снятый. Слабо алкогольный, да? Посмотри, сколько у него налить. Ну да, давай. Я молчу, потому что говорить нечего. Потому что все красиво, все интересно, но это просто надо смотреть. Смотреть на людей, на красивых, на счастливых. А можно спрашивать сначала, прежде чем снимать? И сколько стоит? Ой, извините. Я не против, но просто. Женева. У нас есть, кстати, городок Женева во Флориде, рядом с Орландо. И даже не одна Женева. Какие красивые голуби. Вау. Какие красивые голуби. Нет, спасибо. Давайте ручку подержим. Нам можно бесплатно подержать. И чё? Ничего. Я сегодня орла держала. Можно фото потом сделать. Вот так орлы, вот. Орлы это смешно. Вот так вот. Орлы говорит. Галя! Где она? Галя! Галина! Галя! Давайте я вас сфотографирую. Ой, я забыла, что я снимаю. Скажите, на какую кнопочку просто нажать. А можете только на... Она не хочет, хорошо. Что? Я вас спасибо, не переживаю. Спасибо. А вот девочка тоже чем-то торгует. Как интересно, в таких платьях красивых. Вот она ходит, торгует сосалками. 15 гривен. Вот так вот.
Ух ты, еще что-то вижу золотое. Пошла-ка я. Магниты с вашим фото, 3 минуты. Ой, как классно! Галя, я пошла сюда. Золотые тетенькие дяденьки. Ай, какие шикарные! Вот цена свободная. Ой, как красиво, подожди, Галя, подожди, как я вот так люблю это. Это как оно называется? Пенфлю. Пенфлю, вау. Лен. Вау. За полтинничек отдашь?